Итак, всем привет, с вами Игорь Диаморф, и сегодня анбоксинг такой веб-камеры, как Genius Widecam F100. Неплохая веб-камера, скажу, за свои деньги, вполне, я думаю, достойная. Если там так брать по минимуму, да, Full HD, чтобы был там 1080p, чтобы микрофон был, естественно, на ней, стерео, звук выдавал. Фото тут говорится 12 мегапикселей. Широкий обзор. Хотя люди в интернете говорят то, что обзор, конечно, как сказать, маловат. Маловат обзор, круг обзора. Вот, тут у нас написано, в принципе, системные требования. Ну и сзади некоторые ее особенности. Ультраширокоугольный объектив обеспечит превосходное проведение видеоконференции. Позволяет видео снимать в 1080p. Ну, я думаю, это неплохая камера за свои деньги. Это 370 гривен она мне обошлась. В то время как логитековская камера, я не знаю, какая модель, забыл, стоит около 900 гривен, ну, больше $100. Я, конечно, пожалел эти деньги и купил более дешевый вариант. Вот. Почему я решил купить веб-камеру? Ну, не знаю, как-то вести свой видеоблог, что ли, и думаю, да, давно надо было уже приобретать. Так скажем, сегодня мы, бляха-муха, побудем с вами однорукими бандитами. Мне все-таки надо положить камеру. Вот, собственно, таким способом она открывается. Так, опа. Ча. Это мне напоминает какую-то игру, я думаю, вам тоже. Однорукий бандит 100%. Вот. Ну и добрались до камеры. Ну, еще не добрались. Только открыли. Так, а ну-ка. Снимаю, кстати, я на телефон. Телефон тоже недавно заимел за бешеные доллары. Ну, как не за бешеные доллары, конечно, но тоже стоит. Стоит телефон. Вот мы откинули коробочку. Ну, и вот, пожалуйста, сама коробка. Так, сейчас мы положим ее. Так, ага. То есть тут нас ожидают, естественно, USB провода, драйвера. Я думаю, тут есть сама, естественно, веб-камера, как без нее. Гарантия год. Я ее заказывал в магазине тут по району. Так. Ну вот, в общем-то, блин, одной рукой, конечно, сложновато управлять тут. Так, вот, пожалуйста, сама веб-камера. Ну, как бы, я вообще, вот в розетке я смотрел, она вообще габаритная, точнее, если так по параметрам вообще так смотреть. И сравнивать с теми веб-камерами, которые есть там в розетке, то она, конечно, так на вид как будто большая. Ну а тут она такая вроде, ну, нормальная, маленькая. Ну, конечно, заметная. Вот. Так, тут у нас идет USB шнур. Естественно, на коробке написано то, что идут эти драйвера. То есть пойдет эта веб-камера, грубо говоря, так, на Windows 7, macOS и, по-моему, все. То есть, не знаю, как XP или Vista, но по ID должно. Восьмерка, я думаю, тоже должна. Вот еще USB шнур. То есть, два USB шнура. Честно говоря, не знаю, зачем два. Вообще даже без понятия.
А, смотрите, это, короче, удлинитель, смотрите. Вот, вставляешь сюда, короче, и удлиняешь таким способом. Да, вот это удлинитель. То есть веб-камера подключается по интерфейсу USB. И USB вам нужен 2.0. Ну, 3.0, естественно, тоже. И 2.0 и выше, скажем так. То есть, естественно, подойдет выше USB. Так, драйвера. Ну и, естественно, как по традиции, инструкция и вся прочая фишка. Инструкция, естественно, как и любая другая, должна поддерживать несколько языков. Вот. Ну, то есть, понятно. Все, драйвера, инструкция, гарантии мне давали, все. Ну, то есть, вот такая вот веб-камера, такой вот мой анбоксинг. А, в принципе, я скажу вам так, что это мой первый анбоксинг. Я еще вот купил мобильный телефон, хотел и на него сделать как бы анбоксинг. Я, наверное, его потом сделаю. Вот. Но веб-камеру сейчас подключу и посмотрю, что да и как снимает. Это прелестная, чудесная веб-камера. Вот. Ну, а всем могу пожелать, друзья. Не знаю, хочу что-то такое сказать. За весь вот этот год, когда я делал видео, конечно, много и положительных комментов, и отрицательных. Но, естественно, мне приятно то, что меня хоть кто-то смотрит. Есть какие-то фанаты, подписчики. То есть, это многое говорит, и это приятно очень. То, что за год я уже себе прикупил веб-камеру, потом будет микрофон, и, ну, в общем-то, потом уже. Вот. То есть мне очень приятно снимать видеоролики, мне это нравится делать, и я как бы не остановлюсь. И веб-камеру я, естественно, купил не зря. Ладно, друзья, дорогие, спасибо за просмотр такого нелепого немного анбоксинга. Возможно, анбоксинг был далеко там, блядь, не супер-пупер высшего качества, потому что одной рукой, сами понимаете, открывать очень сложно. Вот. Но, тем не менее, я открыл, и вот, пожалуйста, веб-камера. Ладно, всем удачного дня, подписывайтесь, ставьте лайки, не ставьте лайки. Всем удачного дня, пока-пока-пока.